Необходимые документы, не выходя из дома. Если ранее челнинцам, чтобы получить услугу, необходимо было стоять в многочисленных очередях, то теперь достаточно зайти в интернет на федеральный портал госуслуг. Сотрудники МВД в этом не сомневаются. Однако, как показывает практика, работает все пока не так четко. Да и сами челнинцы больше предпочитают действовать по старинке. Это отметили на брифинге, который прошел в УВД. Из 62 тысяч государственных услуг, оказанных подразделениями ОВМ, всего 319 у нас прошли через портал госуслуг. Это, конечно, очень мизерное количество, несмотря на то, что достаточно удобный вариант подачи документов. Если для некоторых ведомств электронные услуги – это альтернатива живой очереди, то для ГИБДД это необходимость. По новым правилам, для регистрации транспорта или сдачи экзамена на права потребуется личный кабинет на портале госуслуг. Без соответствующего онлайн-заявления госавтоинспекция просто откажет в оформлении документов. К сожалению, там у них регламент определенно расписан, поэтому внесение корректиров в регламент оно недопустимо.